она... Anneler ve çocuklar ne olursa olsun hiçbir zaman ayrılmazlar. Bir gün bir şekilde mutlaka buluşurlar. Что здесь творится? Что сделала с бараном? Отравился, наверное, не знаю. Отравился? Какое отравление? Не нужно паниковать. Я позвонила Фурату. Он едет, мы просто опрыскивали цветы. Что может быть общего у моего сына с твоими цветами? Поняли, что любишь использовать людей. Брата использовала не хватает. Я насильно ничего не делаю. Нарин, достали твои выходки уже. Мама, сынок мой. Все хорошо, не волнуйся. Немного голова закружилась, и все. Красивый мой. Айше, в чем дело, сестра? Что еще может быть? Из-за тебя каждый день случаи. Я не знаю, что сказать, теперь и баран появился. Я не смогу так. Баран? А в чем дело? Расскажи нормально. Баран защищает меня в школе. Все издеваются над нами. Он с ними ругается. Еще и написал мое имя на листке. Успокойся. Сестра, как успокоиться? Из-за меня он лишился дома. Теперь в школе его накажут. Что ты делаешь? Ты с ума сошла? Кендал, я никогда не видела Азлем такой. Смотрит в одну точку, как будто она не умерла, а уже в могиле. Не случилось бы чего плохого с девочкой. Мама, у меня душа болит. Ты что думаешь, я хотел, чтобы так было? Ты не заходишь к ней. Значит, немного стыдно, да, Кендал? Мама, что сказать тебе? Вышло случайно. Я тоже сожалею. Не могу вернуть. Фурат, что будем делать? У него температура. Не беспокойтесь, я зашел к знакомому врачу, он дал лекарство. До завтра ничего не останется. Выпей, сынок. Брат, я не могу поверить. А что случилось? Что еще может быть? Сам помогаешь, а зачем барана вмешиваешь? Сестра, пойдем поговорим с тобой. Пойдем. Не могу поверить, брат. Из-за этой женщины мой сын лежит с температурой. Какое дело может быть у сына с цветами? Как ты мог разрешить? Какова твоя цель? Нарин, ты говоришь глупости, уже не контролируешь себя. Он пришел из школы злым. Говорит, дядя, мама сильно давит на меня, не выношу уже. Я сказал, тогда останься и помоги нам. А что здесь такого? Чтобы был рядом с этой женщиной, возле нее кричал на меня, да? Нарин, успокойся, пройдись, а потом приходи. Давай. Нет, я буду рядом с сыном. Нарин, успокойся. Послушай меня. Баран, сразу не вставай, еще отдохнул бы. Нет, когда лежу, меня тошнит. Так лучше. В глазах потемнело. Сейчас не лучше. Мама где? Мама где? Они с дядей на террасе. Скоро придут. У меня голова заболела. Обезболивающее есть здесь? Смотри, что я нашла. Это твое детство? Фурат, я искала таблетки и нашла детскую фотографию барана. У меня больше нет малыша. Посмотри, положи руку. Что ты делаешь? Больше нет дочки. Умоляю, приди в себя. Моя в чем вина? Моя дочь умерла из-за тебя. Отпусти меня, видишь? Там пусто. Сухо. Ничего нет. Место пустое, где должна была быть моя девочка. Сестра не виновата. Оставь ее, она не хотела этого. Значит, ты не хотела этого, да? В чем была вина моей дочери? Посмотри, ты такой сладкий баран. Я не видела ни разу твою фотографию дома. Дома ее нет, да? Когда родился, был сладкий. Я тоже давно не видел. Ну как ты? Уже лучше, лекарство помогло. Где мама? Увидела тебя в таком состоянии и испугалась. Я вывел ее на улицу, пусть подышит свежим воздухом. Пойду позову. Пусть увидит тебя и успокоится. А это тебе поможет, наверное. Спасибо. Твои цветы заболели, да? Цветы заболели. Вот тебе. Вот тебе. Сестра, оставь меня, брат. Нарин, успокойся. Нарин, успокойся, Нарин. Ты хотела избавиться? Я тебе скажу. Я тебя избавлю от всего. Что там, Кендал? Что это было? Эмине, что там творится? Азлем в комнате. Азлем. Кендал, не делай глупостей. Азлем, не смей этого делать. Почему не делать? Скажи мне. Азлем, брось нож. Мама, почему не делать? Скажите мне. Кендал, ради сына умрешь? Азлем, если ты повернешь нож на Кендала, спроси, сможет поменяться с местами Сибель. Теперь спроси у Сибель. Она плачет. Из-за того, что умрет, или из-за того, что просто так умрет ее малыш в животе? Или сестра останется одна? Дочка, спроси, почему Сибель плачет? Когда человек делает добро, ему это приписывается. Когда человек совершает зло, ему приписывается грех. Что бы ни сделала, навредишь себе. Дочка, не делай этого. Все грехи смываются у матери, которая потеряла ребенка, потому что ее жизнь находится в аду. Поэтому грехи исчезают. Ты тоже мама. Ты мать, которая потеряла ребенка. А сейчас ты станешь где-то убийцей? Не делай, дочка. Кендал, посмотри, в каком положении эти женщины. Убирайся, Кендал. Нарин, сестра, соберись. Ничего нет, но ты себя мучаешь. Я проиграла? Все кончено? В чем мои грехи? Они воспользовались мною, а потом дали эту боль. Я пытаюсь защитить тех, кто рядом. Но почему всегда виновата я? Сестра, ничего такого нет. Соберись. Сын нуждается в тебе. Баран проснулся. Пойдем к нему. Нарушила покой. Ты счастлива? Пойдем, сестра. Что происходит? Да что может быть? Канак превратился в Техас. А да, заткнись, не видишь, что здесь? С тобой будем возиться. Азлем зашла в комнату. Ей кричали: брось нож. Что ты говоришь? Мелек, Эмине, помогите Азлем подняться в комнату. Хорошо, мама. Ничего нет, все нормально. Идите в комнату. Азлем, что ты сделала? Ты пытайся уснуть, я приду посмотрю. Слава Богу, ничего серьезного. Сестра, рука — это не важно. Я испугалась, что она что-то сделает тебе. Айше, прости меня, сестра. Столько проблем, и все из-за меня. Я не прощу себя. Заходи, сестра. Айше, давай посмотри руку. Ничего нет. Я принесу спирт. Обработаем, чтобы микробы не попали. Спасибо тебе. Какая проблема у тебя, женщина? Молчала, не получилось. Не молчала, тоже не получилось. Не могу поверить. Что ты хотела от моих цветов? Не пойму, чего ты хочешь. Что ты сделала? Руки поранила. Брат, в душе рана болит. Эти мелочи меня не тревожат. И если баран собрался, то отвезем его домой, ладно? И ты соберись, чтобы он не видел тебя такой. Сынок, как ты? Уже лучше? Да, мама, лучше. Тогда вставай, дома отдохнешь. Я тебе сделаю суп, твой любимый. Хорошо, мама. Все хорошо, дядя, уже прошло. Посплю немного и приду в себя, не волнуйся. Хорошо, поехали тогда. Ничего нет, не бойся. Сестра, как она? Не могу поверить. Ты спрашиваешь о женщине, которая хотела убить тебя? Айше, я спрашиваю о женщине, которая потеряла ребенка. Как мы невинные, так и она. Не видела, в каком состоянии она была? С прошедшим. Спасибо, сестра. Эмина, иди сюда. Как они? Испугались. Знаешь, что спросила Сибель? Азлем протянула нож ей в живот. Она говорит, что Азлем не виновата. Баран, в чем дело, сынок? Что случилось? Ничего, Балушка. Пусть баран поспит и отдохнет. Хорошо, брат. Именно и ты помоги. Фурат, расскажи, в чем дело? Ничего, тетя. Цветы Эбру были в жуках. Я купил лекарство, и баран нам помог. Он от этого отравился. Я позвонил врачу. Он сказал купить лекарство. Чуть поспит, и все пройдет. Почему Нарин такое лицо? Когда он помогал нам, Нарин увидела его рядом с Эбру и испугалась. Тетя, я увидел Нарин, когда она выдергивала цветы Эбру. Она потеряла себя, она с ума сходит. Тетя, моя сестра не делала такого. Я не знаю ее. Я начинаю ее бояться. Я поговорил с ней, но она не в порядке. Говорю, не понимает. Говорю, не слушает. Я пойду. Счастливо, сынок. Мама, я немного посплю, все пройдет. Эмине, спасибо тебе, я подожду. Мама, ты не жди, я буду спать. Хорошо, сынок? Прошу тебя. Ладно, ладно. В чем дело, мама? Ты меня ждешь? Да, тебя. Сядь вон туда. Открой ладони. Открой. Что с руками? Дочка. Шипы защищают розы. Начала все рушить. Ты сама себе все вредишь. Когда поймешь это? Мама, мой сын отравился из-за этой женщины. Нет, Нарин. Таким поведением ты сама отравишь сына. Сколько еще будут говорить, не делай, Нарин, не держи, чтобы ты поняла. Сколько? Скажи мне, сколько? Мама, я во всем виновата. Только я не права. У вас нет ошибок, да? Вы дали барана мне. Он раньше был таким невинным, ангелом. Я его сильно полюбила. Он заставил забыть о грехах. Вы внесли пламя в мою душу. Сейчас я говорю, что горю, умираю, боюсь, и опять я виновата. Дочка, тебе никто не винит в этом. Соберись. Нет, может, я должна сказать это, да? Что сказать? Баран, твоя настоящая мать? Твоя настоящая мать — это Эбру. Твой отец оставил тебя у меня на руках, чтобы жить с этой женщиной в Стамбуле, а это сделали твоя бабушка и твой дядя. Я должна сказать, да, мама? Нарин, посмотри мне в глаза. Посмотри мне в глаза. Мама, я уже не могу. Я не могу найти путь. Стараюсь как лучше, но опять попадаю в грязь. Я пытаюсь быть рядом, но все дальше отдаляюсь. Будь что будет. Да, мама, слушаю. Нарин говорит, что расскажет барану про Эбру. Говорит, не может так жить. Кендал, мы на конце пути. Что ты говоришь, мама? Что ты говоришь? Ладно, вы не болтайтесь туда-сюда. Я рано приду домой. Что такое, Эбру? Говорила с девочками. Дома опять скандал. Я только приехала туда, все было спокойно. Не знаю, но вроде бы Азлем пошла с ножом к Сибель. Девочки испугались, конечно. Фурат, здесь жить и правда трудно. Посмотри, что делает Азлем. Кто знает, что творится внутри нее. Чтобы человек поступил так, нужно устать от жизни. Ваши честь и нравы вредят людям. Как вы можете до сих пор молчать, я не пойму. Вот и дурак. Когда издевался, было хорошо? Ты о чем, Ада? Что сказала мама? Баран. Сегодня помогала опрыскивать цветы. Баран? И? Конечно, потом говорила, так не делается, вот так надо. Вот и увидел, что случилось. А что случилось? Дурак, отравился. Столько будешь разговаривать, дохнешь пыльцу яда. Ада, что ты говоришь? Где он? Все нормально. Я не чувствую, что мы с ним брат и сестра. Но вы брат и сестра. Оба глупые. Баран не совсем глуп. Ну, ладно. Понятно, и ты расстроилась. Вы с отцом одинаковы. Чему расстраиваетесь, над тем издеваетесь. Что я буду расстраиваться, маленький Кендал? Что ты говоришь, мама? Садись, сынок. Я уже не знаю, кого жалеть. Сибель жертва. Азлем потеряла ребенка, но и она жертва. Баран и Айше тоже. Я злилась на Азлем. Она много всего сделала. Все равно она потеряла еще одну жизнь. Отнеси. Пусть выпьет и успокоится. Пойду к Сибель. Осталась в комнате, как в тюрьме. Хорошо. Может быть такое? С ума сошла она? Я поговорю с ней. Стой. И ты не дави на нее. У Нарин нехорошее настроение. Я с ума сойду, в этом доме нет ни одного разумного человека. Нарин вышла из-под контроля, не может терпеть. Говорит, что все расскажет Эбру. Нужно успокоить ее. Я знала, что этот день наступит. Может, Нарин говорит правильно. Может, так будет лучше. Сынок, ни один день не проходит спокойно. Мама, разве может быть такое? Я не смогу возиться со светским цветком. Эта страница закрыта. Скажи мне, как закрылась? Если Нарин пришла в такое состояние, значит, дотерпелась. Мама, Я сейчас пойду и спокойно поговорю с Нарин. Я ее забросил. Вот она и осталась одна. Ты не расстраивайся, я поговорю и все налажу. Иди поговори. Скажи, что нужно. Я уже путаю, что правильно, а что нет. Не расстраивайся, я разберусь. Она в комнате? Заходи. Сестра, я расстраиваюсь, даже не здороваешься. И маму расстроила. Что ты такое сказала, мама в растерянности? Да? Маму расстроила? И тебя? Ты оставил меня одну. Что значит оставил одну? Может быть такое? Я всегда был рядом. Мурата не было, я был. Понятно, у тебя нет настроения. Но что значит я расскажу? Это не тот момент. Слушай, брат, ты отвернулся от барана, потому что у тебя будет сын. Он пошел к этой женщине. Она ходит вокруг него. Баран тоже одинок. Я не знаю, чем мне заняться. Может быть, баран мой единственный, я его дядя. И побью, и поругаю. Баран как корона над головой. Ты успокойся. Я поговорю с бараном, ладно? Брат, не оставляй меня одну. В этом доме только ты понимаешь меня. Я тебя полюбила как родного брата. Хорошо, сестра. Я разве не знаю? Если баран обиделся на меня, я извинюсь. Могу расстроить вас. Мой племянник любимый. Нарин, мы до чего дошли. Баран твой сын. Знай это. Спасибо. Тебе лучше? Ты испугала нас. Мелек, ты видишь, что сделал со мной твой брат? С Эбру. С этой женщиной. Даже с тобой. У меня совсем другое. Я полюбила не того человека. Пошла против семьи. Я, не подумав, действовала. Мелек, что сделал Реджеп, кроме того, как любил тебя? Это не одно и то же. Угрожал Нарин ножом. Ты была там. Он был в бешенстве. Вот и ты сказала. В бешенстве. Значит, его взбесили. Я тоже протянул нож себе. Подумай теперь, почему. Мелек, Реджеп хотел взять тебя за руку и уйти. Хотел создать с тобой семью. Но когда понял, что не сможет, покончил с собой. Жалко, кто знает, как Кендал отнесся к нему. Пришел домой с маленькой раной, которая была перевязана. Если хотел бы убить, то убил бы. Но он этого не хотел, Мелек. Вспомни, что он сказал, когда пришел сюда. Отойди. Мелека не оставили другие шансы. Мне не оставили другие шансы. Кендал потащил его к смерти. А ты пошла его руку целовать. Мелек, он даже не спрашивает, как ты, сестра. Как будто тебя нет. Как будто и ты умерла. Скажи мне, когда он спрашивал о твоем состоянии? Какая ему разница, как я чувствую себя? Конечно. Какое наказание ты несешь, Мелек? Мы какое наказание несем? Я, Эбру, ты. Будь спокоен, племянник. Как ты? Отравился? Уже лучше? Да, дядя. Позвать врача? Нет, не стоит. Дядя дал лекарство. Он говорил с врачом, ничего такого. Было плохо, но теперь все хорошо. Сынок мой, все хорошо, ничего с тобой не случится. Ну, если все хорошо, вставай, пойдем. Куда, дядя? Давно не смогли сделать это, посидим, выпьем кофе и поговорим. Закроем наши открытые промежутки. Чего смотришь? Давай, я жду тебя внизу. Все хорошо ведь? Да, дядя. Ну давай, вставай, я жду тебя. Эбру, ты задумалась? Фурат, я не могу понять вражду Нарин. Говорит, я не отдам тебе барана. Почему я буду отбирать у нее барана? Я видела вас на поле. У Нарин было ужасное состояние. Что может так сильно ее напугать? Касым, как дела на фабрике? Ничего такого нет? Мелек, дай минеральной воды. Мелек, не слышишь, дай воды. Слышала. Касым, слушай меня. Этот товар принадлежит очень важной личности. Положите в другое место. Давай. Сибель, иди сюда, присядь. Ты в чем-то нуждаешься? Скажи мне, душа, хочет чего-то? Нет, ага. Кендал, как я сразу не поняла. Мелек, что ты там сама с собой разговариваешь? Нет, ничего. Брат хотел минеральной воды. Мелек, как там Азлем? Хорошо. И права. Права? Ты решил защищать малыша. Меня и сестру запер в этом доме. Азлем потеряла ребенка, делает меня виноватой. Я о себе не думаю. Она чуть бы не ранила Айше. Сделала глупость. Она была не в себе. Не бойся. Ага, откуда ты знаешь, что больше не сделает? А если сделает глупость, когда все будут спать? Так не пойдет, ага. Отвези нас домой. Я готов, дядя. Все будет хорошо. Забудь про дом. Отныне твой дом и твоя родина здесь. Знай это. И будь спокойна. Пока я здесь, никто ничего не сможет сделать тебе и сыну. Поняла? Алло. У тебя есть на руках хороший подарок? Дочка, я отомщу. Этот канак будет трястись. Не волнуйся. Какой может быть кот? Все записано на телефон. Правда, Фурат, что я сделала такого, что Нарин в таком отношении? Ты ничего не сделала. Нарин очень обидчивая. Рано потеряла родителей, и это ее задело. Плюс потеря Мурата. Понимаешь, она потеряла всех, кого любила. Баран уже вырос и стал взрослым парнем. У него теперь много проблем. Их отношения уже не такие, как раньше. Погода уже прохладная, нужно утеплить цветы. От кого? От холода или от Нарин? Конечно, от холода. Не знаю, Фурат, много растрат будет. Я сейчас не в состоянии. Ты не задумывайся, я уже придумал. Спасибо. Оставь это, Эмине. В чем дело, мама? Я пойду. Фурат, завтра посмотри на школу Асыма, можно? Хорошо, посмотрим. Пойдем со мной. Возьми. Открой. Ну как, нравится? Жми. Давай, опустоши патроны. Посчитал? Нет, дядя, я не считаю. Будешь считать. Я считал. 11, 12, 13, 14. Или 13 было. Дядя, подозрения убьют баран. Делал или нет? 13 или 14? Дядя. Дядя, баран, ты должен следить за каждым своим шагом, отвечать за все поступки. 13 или 14. И у тебя в руках пистолет, почему не говоришь? Потому что не посчитал 13 или 14. Ты спал с Сибель или нет? Мой лев. Пойдем к Айше. Оставь девочку в покое, Ада. Где мама осталась? Правда, давно не разговаривали. Позвоню ей. Алло, мам, ты где? Хорошо, мама, мы не выходили из комнаты. Хорошо, мама, увидимся. Ну как, нравится? Да, дядя. Конечно, понравится, ты же мужчина. И мой лев. Посмотри, что написано. Моему племяннику. Баран, ты мне не племянник, ты мой сын, знаешь ведь? Ты же знаешь, человек причиняет боль своим близким нехотя. Когда я узнал, что ты продал часы, я даже не разозлился. Потом сказал, ерунда эти деньги. Ты продал, использовал деньги. Молодец. Но лучше бы сказал, что я не делал ради тебя. Конечно, когда я способен на это, я знаю, дядя. Не показывай пистолет маме. Хорошо, дядя, не беспокойся. Помирились? Мой лев, никто этого не изменит, слышал? Давай, пойдем на фабрику, работа ждет. Домой подбросить тебя? Нет, я пройдусь, так будет лучше. Но давай, пусть весь Халфети видит тебя. Не так ли? Давай. Ты спал с Сибель? Привет. Рада видеть тебя, мама. Спасибо, дочка. Как там Баран? Умирает от беспокойства, что с братом случилось. Все хорошо? До завтра ничего не останется. Ада сказала, что он помогал опрыскивать цветы. Я удивилась. Баран хороший мальчик. Ада знает, не так ли? Что хорошего? Маленький Кендал. Как Айше и Сибель? Мы постеснялись зайти. От такого отошли. Азлем пошла с ножом на Сибель. Баран в школе защищал Айше и устроил драку. Остался в сторонке, что поделать? Айше тоже в растерянности. Я посмотрю. Слышала? С Бараном все хорошо. Мне это что? Радуйся за своего братца. Эмине, готова? Готова, мама, надо немного подождать. Легкой работы тебе. Спасибо, Эбру. Я хотела сказать про школу Асыма. Да, мы с Фуратом поговорили, завтра посмотрим. А что за школа? Мама, есть школа для таких детей, как Асым. Я заинтересовалась. Может, Асым научится читать? Ты так говоришь, Эбру, получится? Конечно, Кадриханым. Асым понимает же? Конечно, можно. Я считаю, можно. Мама, Асым очень хочет читать. Когда Рузгар делает уроки, он учится у него. Рузгар пытается научить, но маленький ребенок не сможет быть учителем. Асым потерпит. Не беспокойся, я разберусь. Если Бру говорит «сделай», значит сделает, а она все может. Дочка, вечером будьте за столом. И девочки тоже. Хорошо, придем к Адриханым. А в чем дело? Ты мне не племянник. Ты мой сын. Ты ведь знаешь это? Могу войти? Прошу. Я слышала о случившемся, очень расстроилась. Вы сильно испугались. С тобой все хорошо ведь? Спасибо. Сестра, я приду сейчас. Ладно, сестра. Больше всего расстраиваюсь за нее. Из-за меня столько всего пережила. Я старалась, чтобы ее мечты сбылись. Я не могла знать, что мы будем здесь. Не могла? Никто не мог знать. Она отдалилась от школы из-за меня. Хотела стать учителем, а теперь не хочет идти в школу. Не грусти, все уже случилось. Теперь нужно напомнить о ее мечте. Как? Иногда, когда человек беспомощен, он идет к своей мечте. Не знаю, как ты сделаешь это, но сделай. Мама, что за столом? На полу будем есть? Да, на полу. Что это такое? Осталось на полу есть? Я никогда не сяду здесь. Конечно, вы привыкли есть возле бассейна. Говори вам, что вы не подходите сюда, только не понимаете этого. Все садитесь. Я никогда в жизни не сяду рядом с ним. Как будто я рад этому. Не могу поверить. А да, если бабушка сказала сесть, значит садись. Что это? С одного места будем есть? Если не болели бы колени, я села бы рядом с вами. Семья — это как четки. Все рядом друг с другом. Должны близко сидеть. И если не будете все вместе махать ложками, то не почувствуете себя семьей. Приятного аппетита! Асым, я нашла тебе учителя. Учитель? Сестра. Эбру хочет кое-что попросить у тебя. У меня? И что? Сейчас придет и расскажет. Айше. Эбру всегда нас поддерживала и хорошо относилась. Не обижай ее, ладно? Эмине, познакомим Асыма с учителем. Что за учитель? Какие уроки? Что ты опять придумала? Кендал. Мелек, сделай мне кофе. Мама, что они опять придумали? Пусть не бесит меня. Кендал, ты не беспокойся. Кроме тебя никто в этом доме ничего не придумывает. Можем войти? Конечно. Айше, ты хочешь стать учителем? Сестра мне сказала. Хотела, но у нас к тебе просьба. Будешь учителем Асыма, научишь его держать ручку. Мы будем искать школу для Асыма, но он будет нуждаться и в домашней подготовке. Не так ли, Асым? Учитель. Что скажешь? Я согласна. Спасибо, Эбру. Такое дело сделала. Мой сын будет ходить в школу, будет надевать форму. Моему сыну подойдет костюм. Могли бы остановить время, и ты осталась бы в моих объятиях. Могли бы. Кто знает, когда я еще увижу тебя. Реджеп, оставь. Пока не скажешь, что любишь. Ты ведь знаешь. Скажи, сильно любишь. Люблю. Баран? Да, мама. Сынок, я уже боюсь спрашивать, как ты. Хорошо, мама. Что бы я ни спросила, все не так. Что бы ни сделала, ошибка. Я что-то сделала не так? Что я делаю, мама? Баран, ты начала отдаляться от меня. И уже не слушаешь меня. Как? Смотри, Я говорю, держись подальше от этой женщины, но ты всегда рядом с ней. Из-за нее ты отравился. Думаешь, легко? Я чуть не умерла. Спал с Сибель. Кендал. Кендал. Да, мама. О чем так думаешь? Ничего, мам. Что ты хотела сказать? Ты поговорил с Нарин? Да, мама, и Нарин, и Баран. Со всеми поговорил. Будь спокойна. Все прошло. А что с лицом? Да нет, ничего. Надеюсь, это так. Нет ничего, но потом много всего появляется. Ада. Ада. Ну что? Столько заданий, иди сюда. Посмотри, кто там. Эмине? Заходи. Я принесла вам чай, сделала пирожки. Ты великая. Я умирала с голода, Эмине. А да, мы только поели. Ты с ума сошла, что я что, курица? Из одной кормушки есть. Эбру, что там с Айше и Асымом? Кажется, они начали первые занятия. Я не знаю, как я буду благодарить тебя. Эмине, не делай так. Спасибо. Тебе спасибо. Приятного аппетита. Спасибо, сестра Эмине. Вот так вот. Теперь твоя очередь. Кендал, как ты думаешь, как выйти из этого дела? Мама, я решил выпить чашку кофе, а ты уже подкидываешь слова. Интересно, почему? Мама. Молодец, видишь, получается. Написал. Иди сюда. Я тоже. Нет, места нет. Мама, твоя дочь дурная. Дурная, но моя дочь. Майя, в этом доме мама не улыбается. И... Давай мы ее рассмешим. Все, на сегодня хватит. Пойдем. Спасибо, учитель. Не за что. Мама. Фурат влюбился в тебя, да? Думаю, да. Что будешь делать? Ничего. Сколько бы ни злилась, я все равно люблю вашего отца. Фурат хороший. Рядом с ним не получается, дали от него тоже. Я не знаю, что буду делать. Есть варианты? У меня есть. И что это? Относись обычно, как будто ничего и не было. Посмотри, что она знает. Самая умная в нашей семье. Она права. Мама, я не смогу злиться на Фурата, потому что он любит тебя. Ты не говорила так. Хорошо, забудем это. Ты сильная и красивая женщина. Но не извинилась. Извинилась же. Нет, не извинилась. Ты рассказывала же, учила маму. Если меня поцелуете, может, продолжу. Иди сюда. Какие они счастливые, да? Они выбирают это, Айше. Что с рукой? А ты не знаешь? О чем? Азлем пошла на сестру с ножом. Я встала перед ней. Айше, почему ты мне не сказала? Баран, не иди. Что ты скажешь? Спросишь, почему поранила Айше? Она только потеряла ребенка. Айше, говори. Ты хотела что-то сказать, почему молчишь? Говорил, когда смотрел на тебя. Почему сейчас не смог сказать? Сказать? Что мы будем делать? Сколько еще людей ты побьешь? Будешь предупреждать? Сколько еще будешь получать ругани от директора и мамы? Я понял. Тебе трудно любить. На самом деле очень просто. Улыбка и взгляд хватает. Но ты больше не улыбаешься. не смотришь, чтобы ты была спокойна. Ты до сих пор любишь меня? Что значит до сих пор? Ну ты понял. Да. После всего случившегося, вдруг откажешься от меня, если полюбишь другую. Айше, если я полюблю другую, то стану своим же врагом. Как любить? Ты научила меня. Стать мужчиной. Достаточно родиться мальчиком, чтобы почувствовать себя мужчиной. Нужно полюбить кого-то. Я научился. Ты не будешь спать? Пойду. Не оставайся здесь. Азлем, встань, дай мне воды. Он знает? Нет. О чем говорите там? Не спится? Спокойной ночи, дядя. acayip mi düşünüyorsun? Дай Бог ему спокойствие, он был очень молод. Сколько ему было? 30. Душа болит. Знаю, Мелек. Знаю, как болит душа. Ты знаешь, где его могила? Нет. Откуда буду знать? Ты не будешь читать молитву над головой любимого человека? Завтра пойдем и найдем. Хорошо. Эмине, а где Азлем и Мелек? Они уснули на диване, и я отправила их в комнаты. Эбру? Утром ушли, наверное, на участок к себе. Мама, что ты со всеми бегаешь? Вот стол, кто хочет, поест. Кендал, мне не нравится состояние Азлем. Отведи ее куда-нибудь, пусть прогуляется, подышит воздухом. Только этого не хватало. Она с ума сойдет в доме. Мама, у меня дела. Ты на все находишь время, и на это найди. Прости, мама, я найду кого-нибудь, выведут, прогуляются. Она в тебе нуждается, а не в ком-то. Сестра, подними. Алло. Доброе утро, Нарин ханым. Надеюсь, не беспокою? Нет, слушаю, да. Я говорил вам о дне рождения дочки, они ровесники с Бараном. Если вы свободные, как быть сейчас, я вам позже. Я вам позже позвоню. Ладно, до встречи. Всего доброго. Кто эта дочка? Командир Агус. Что хочет? Хочет дочке купить подарок, они ровесники с Бараном. Просит у меня помощи. Больше нет никого? Командир Агус уже переборщил. Я пойду. Кендал, не иди на нее. И так с ума сойдет из-за Барана. Мама, в этом доме все женщины с ума сходят. Просто так это происходит. Разве просто так? Хорошо, приятного вам. Я пойду. Пусть никто не сходит с ума. Что это? Не знаю. Легкой работы. Спасибо. А что это? Купил доски для теплицы. Теплицы? Зачем? Черная роза не может вынести холод. Нужно утеплить розы. Запустили сюда насекомых, хотя бы утеплить надо. Думаю, лекарство поможет. Ты ради этого с утра уехал? Да. Баран, доброе утро. Куда ты так рано? Школы нет, сегодня отдохнул бы. Нет, мама, мы с друзьями пройдемся. Ладно. Ага, мы приготовили весь товар и ждем грузовик. Хорошо. Одного из рабочих я выгнал. Что сделал? Выгнал. Причина? Поздно пришел, работа задержалась. Я сказал, ага, зря вам деньги дает. Ну и выгнал. Тебя это касается? Но кого выгнал? Иди скажи, пусть вернется. Как скажешь. Сделать тебе кофе? Сделай. Касым где? Я дал ему работу. Какую работу? Смотрит за работой. Пусть просто так не сидит. Иди давай, делай кофе, или что ты там собрался? Азлем? Да, мама. Как ты, дочка, лучше? Стараюсь. Мама. Мы пойдем со Азлем на улицу и подышим воздухом. Но если можно. Вот и хорошо. Я утром говорила Кендалу, должен был отправить кого-то. Кендал? Да, мама. Должен был отправить человека. Хорошо, мама, отправляю машину. Перед цветком поставим это, а потом натянем плеткой. Касым, иди сюда. Даразабей. Касым, ага сказал, чтобы ты поехал домой. Забрал Азлема Мелека и отвез их на прогулку. Хорошо. Что хорошо? Хорошо, Разабей. Касым. Сестра под твоим присмотром, будешь следить за ней. Касым, у тебя, наверное, сахар в крови упал. Поешь шоколад. Хорошо, не волнуйся. Сегодня заберу и потом отправлю тебе деньги. Самет, когда твои деньги оставались у меня? Давай. Ах, Мурат. Твои долги я отдаю. Да, Нарин ханым? Агус бей, да? Я помогу вам. Спасибо большое. Как сделаем? Забрать вас? Нет, не стоит. Я сама приду. Вы где? Возле рынка чай пью. Я думал прийти за вами. Ладно, ждите там, я сейчас приду. Добро пожаловать, спасибо. Что пьете? Ничего. Мама, сделать кофе? Нет, нет. Сегодня немного давления есть. Тогда пойдем к врачу. Подожди. Это старость. С каждым разом все больше болезней. Не говори так, мама. Ага, отправил. Надо забрать Азлем и Мелек. Ты подожди на улице, сейчас придут. Мама, не нравится мне этот человек. Его взгляды очень странные. Откуда нашел его Кендал? Пришел, он на улице. Хорошо, мама. Мам, чего-нибудь хочешь? Нет, дочка. Удачи. Эмине, где Асым? Даже на завтрак не пришел. Мама, спасибо большое, Эбру. Почему, дочка? Идем, мама. Посмотри своими глазами. Сестра, куда хотите заехать? В кафе. В кафе? Кендалага не будет злиться? Если не скажешь, не узнает. Если не узнает, не будет злиться, да? Близкий умер. Мы не знаем, где его могила. Хотим прочитать молитву. Получилось? Сестра, не из-за этого. Давай, езжай. Я хотел сказать, что ты хотел сказать? Я не знаю дорогу. Ты езжай, я покажу. Вы свободны, Адриханым? Зухаль, проходи. Каким ветром занесло? Садись. Рада видеть тебя, Зухаль. Спасибо. Извини, Кадрие. Ты всегда у меня в мыслях сегодня, завтра. Жизнь пролетает. Да, это так. Зухаль, сделать тебе кофе? Нет, Эмине, спасибо. Очень важное дело есть. Важное? Да. Насчет Нарин. Интересно, что? Ты что скажешь? Будет благотворно. У нас была соседка. Земля и пухом. Она умерла. Соболезную. А что здесь благотворного? У нее есть муж. Нури Бэй. Такой хороший человек. Он на все готов уже. Кадрие ханым. Я хочу сказать, может, познакомить его с Нарин? Зухаль, ты мне этого не говорила? Я не слышала. Нарин ханым. Добрый день, командир. Рад видеть вас. Спасибо. Извините, я утруждаю вас, но мне не с кем обсудить это. Неважно и... Для меня хорошо, будут перемены. Прошу. Выпейте что-нибудь? Нет, я не буду. Пойдем? Можно. Брат пришел. Опять приперся умник. Думает, все знает, но отравился дурак. Будешь стоять там? Иди помоги. Зухаль, я тебя уважаю, но больше не приходи с такими новостями ко мне. Она не слышит, что говорит, еще и не стесняется. Мама, что будет с Нарин? Эбру, она с ума сойдет. Если спросишь у меня, Нарин нужен друг. Что ты говоришь, Эмине? Хорошо, мама, ты можешь не слушать Зухаль, но она говорит правильные слова. Нужно подумать, что будет с Нарин. Сильнее забивай. Не стоит. И так лучше. Стоит. Много ты знаешь? Да, много знаю. Учусь. Ты криво забил. Ты кривая, поэтому так видишь. Не забивай туда. Если в голову забью, что будет? Попробуй, если хочешь. Сейчас ударю. Так просто? Кого спросить? Скажи Реджеп, они знают. Реджеп? Да, Реджеп, иди уже. Знают? Никого не было у него. Почему? Его похоронили на кладбище сирот. Были. Мы. Ну ладно. Ладно. Давай, вези нас туда. Ты неправильно сделала. Зря помогал тебе. Как будто спросили у тебя помощи. С меня хватит уже, достало. Баран, спасибо. За что благодаришь этого умника? Посмотри. Все испортил и уходит. Я в первый раз вижу людей над этой могилой. Никто не приходил сюда? Нет, военные похоронили и ушли. Как он умер? Его убили. Убили? Да, ваш близкий. Спасибо, займись делом. Убили? Заходи. Мой лев пришел. Садись, давай. Ты не занят? Я пришел, не предупредив. Да что ты говоришь? Почаще нужно приходить. Нужно учиться этому. О чем говорили Сибель? Заходи. Хотел сказать кое-что. Говори. Офис Нуреттинбея не платят свои расходы. Почему? Мы должны были этими деньгами закрыть другой долг. Говорят, половина товара гнилья, у них ущерб. В конце месяца сделают оплату. Но только половина. Вот как. Оставь на столе, Нуреттин. Нуреттин. Я его сын. Отца нет? Нет. Где он? Отца нет. Он не занимается этим. Не понял? Что ты говоришь? Ты не ради денег звонишь? Деньги, за которые я продал вам товар. Хватит уже, Кендал. Нас не проведешь. Мы не будем платить всю. Только половину и только в конце месяца. Кто вы такие? Я свое сказал, Кендал. Вчерашний мальчик уведомляет меня. Да я вас... В чем дело, дядя? Ничего важного, я разберусь. Пытаются вырвать деньги. Спасибо большое, я не смогу объяснить, как вы избавили меня от этой мелочи. Не за что. Если я реально помогла, то я очень рада. Ну что вы, я думал столько дней, что можно сделать. Когда взрослеете, уже не знаете ребенка, который рос у вас на руках. Мы с Денис далеко друг от друга. Да, это так. Почему она не приезжает к вам? Долгая история. Хотите, выпьем чай, и я расскажу? Нет. Спасибо, но я пойду домой. Вы пришли сюда. Устали. Разрешите угостить чаем? Ну хорошо, выпьем. В чем дело, Рыза? Ага, приехали к тебе. Да? Иду, что стоишь? Чего стоишь, давай? Извини, как будто все тебя увидели. Нет, дядя, я просто пришел. Мой лев. Я говорила Азлем, чтобы нашла телефон. Нашла? Все там. Наш выход в этом телефоне, Мелек, слышишь? Получается вроде? Получилось. Мне нужно было отвезти товар. Приеду и доделаем. Ладно. Когда Денис была маленькая, я был один. Нужно следить за ребенком. Сестра смотрела и воспитывала Денис. Потом, когда она стала самостоятельной, я пожал к себе, но... Потом решила вернуться снова к тете. Здесь не сможет, ничего нет. Друзья там. В один день мать Денис ушла. Я остался с маленькой малышкой. Не знал, что делать. Знаю, иногда Денис злится на меня. Звоню, говорил, что опять случилось, отец. Не звоню, говорит, ты меня забыл. Иногда не знаю, что делать. Вы правы. Звонишь, ошибка. Не звонишь, снова ошибка. Баран тоже такой. Дети растут, идут по пути к своей судьбе. Свежий воздух мне помог. Пойдем уже. Если есть время, посидели бы еще. Нет, пока не поздно. Пойдем. Как хотите. Куда едем? Мелек, домой же поедем? Домой. Хорошо, я жду тебя. Баран, в чем дело? Поругался с садой и убежал? Бесит меня. Да я к дяде ходил. Спешишь, что ли? Есть одно дело. Что за дело? Выплата денег. Тебе достались эти дела? У Кендала нет человека? Кому идешь? Какой-то Нуреттин. Он не выплачивает деньги. Баран, это не твои дела. Иди домой. Пусть Кендал сам разберется. Сыновья Нуреттина как проблема, не вмешивайся. Ладно, дядя. Увидимся. Извини, заставил ждать. Товар готов? Да, все в машине. Я скоро буду. Рузгар ничего не поел и уснул. Я забыла вкус оливок и хлеба. Конечно, только когда человек голоден, он вспоминает об этом. Добрый день. Жду денег. Кто ты? Племянник Кендалаги. Что такое, ребенка прислал для выплаты денег? Что ты говоришь? Ну что, давайте деньги, а? Давайте сюда. Спасибо. Азлем, вы рано пришли. Мелек, в чем дело, дочка? Кто ты такой? Кто ты такой, что в нашем офисе ведешь себя так?